от всего газового сообщества Алтайского края мы передаем очередную партию автомобилей УАЗ для исполнения боевых задач в зоне СВО. Надеюсь, что они пригодятся. 5 УАЗов передала компания «Газпром газораспределение Барнаул» Алтайскому отделению Народного фронта. Это уже вторая партия проходимых машин от алтайских газовиков для нужд участников СВО. Еще 5 буханок бойцам передали год назад. Машины все на ходу, машины все в рабочем состоянии, то есть потому что за ними следили. И они могут выполнять поставленные задачи. Помогаем не только в части там, предоставления техники, мы предоставляли и ноутбуки. Какую-то партию мы в прошлом году предоставляли. То есть мы планомерно и посильно вносим свой вклад в победу, в нашу общую победу. Эти УАЗики еще недавно выполняли свою роль на фронте газификации Алтайского края. Об этом говорят цвета и логотипы газовой компании. Теперь за ленточкой бойцы при необходимости перекрасят и переоборудуют машины под боевые задачи. Генератор. В первую очередь генератор. Генератор иногда теплые вещи. На самом деле перечень очень большой. Ну, автомобиль, наверное, во-первых, автомобиль – это то, чего недостаток особенно часто ощущается. Очень короткий срок эксплуатации и условия, при которых они эксплуатируются. Поэтому эвакуация раненых, доставка, то есть здесь много очень направлений. Перед отправкой транспорта в зону СВО специалисты Народного фронта переделывают машины, местами улучшают. В общем, готовят их для военнослужащих, что называется, под ключ. Кстати, очень требуются автослесари, механики и другие специалисты-волонтеры. И получается, что на самом деле в волонтерстве каждый может себя найти. И все, что ближе по душе, будь то печати на 3D-принтерах, подготовка автомобилей, да, сопровождение грузов, либо само волонтерское производство, супы, маскировочные сети. На самом деле, если вы хотите сделать доброе дело, вам всегда найдется место в нашем проекте. Эту партию УАЗиков распределят по нескольким направлениям на передовой. В помощь бойцам машины отправятся в Авдеевку, Бахмут и Курскую область. Доставить их должны до Нового года. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.